Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вас каждый день ждет огромное количество видео по танкам. И в сегодняшнем видео я хочу добить оставшееся количество урона для того, чтобы забрать себе сертификат. Ну и из этого сертификата, надеюсь, получить себе не Хельсинга. Почему так? Потому что все 4 машины у меня в коллекции есть, и только за Хельсинга можно получить компенсацию серебром, чего бы мне очень сильно не хотелось. Ну а 2500 голды в копилку лишними однозначно не будут. Свое мнение по поводу сертификата я уже высказывал и считаю, что самой классной машиной из тех, которые здесь есть, является Фараон. Ну, на второе место я бы однозначно водрузил Дракулу, но только в очень умелые руки очень умелых танкистов. Потом у нас Хельсинг, ну и в конце поставил бы Ликана. Но это мое скромное мнение, вы свое пишите обязательно в комментариях. Мне не хватает всего ничего. 1600 опыта округляя. Ну, а если быть точным, то 1585. Ну что, ребят, поехали. Попытаемся сделать 1585 урона на клиночке. Ну что, друзья, давайте будем начинать заканчивать. Я очень сильно надеюсь, что сейчас не опозорюсь, нанесу достаточное количество урона для того, чтобы можно было забрать сертификат за один бой. Если нанесу меньше, это будет позорище просто неимоверное. Но в целом, ребят, я не киберспортсмен, не суперстатист, не киберкотлета. Ну и бывают, безусловно, и провальные бои, поэтому не стыжусь абсолютно этого, играю в удовольствие и в любом случае знаю, что, заходя, допустим, на том же самом клинке, я однозначно это удовольствие от боя получу. Я уже подсветился, непонятно только кем, вопросов нет, скорее всего, да, вот как я и подумал, на горочку. Залезли, просвечивают проезд и кому-то там, я так понимаю, тоже попытались тыкнуть, но, слава богу, не долетело. Ладно, продвигаемся вперед. Больше всего меня смущает там где-то имеющийся Минотавр, который явно... Ух ты! Подарок судьбы. А ну, едь сюда. Ну, давай. Давай, беги в мою сторону. Блин, пробежал мимо. Ладно, поехали в объезд. Все равно там в лоб атаковать смысла никакого нет. Я думаю, что тот же самый Маус там немножечко, да хотя бы продержится. Я пока здесь ребяткам немножко помогу и попытаюсь сделать что-то полезное. Не знаю, может, зря, конечно, я с того направления уехал. Здесь уже всех разобрали. Ну, давай хотя бы ты мне урона своего от ХП откусим от тебя. Давай. Да ну, клинок, ты чего? Ты чего меня так подводишь? Брат, слушай, ну я от тебя такого не ожидал. Извечная немечная... Да ну, что же это происходит? А где же эта немецкая точность? Где же это все делось, я не понял. Это что, открутка реальная от игры для того, чтобы я, не дай бог, урона не насосал в этом бою или что? Не, ну реально, что происходит? Два раза, один раз вообще, блин, в землю и один раз в каток. Батюшки, 283 единицы. Так, мне надо поторопиться. Мне надо поторопиться с возвращением назад на направление тяжелых танков, а то могу не успеть. Могу не успеть урона накидать. Не так уж и много хпшки у соперников осталось. Так, жмем на педаль. Правда, на клинке это очень сложно делается. Там сильно-сильно надо вжимать педаль. Где-то так, чтобы аж половицу проламливало. Но, давай. Давай, клинок. Так, родимый, давай от тебя кусочек откусим. Ну, наконец-то! Наконец-то вернулась! Вернулась точность! Так, ну, пока ты перезаряжаешься, мы немножко вот так вот постоим, подождем тебя. Хорошо повернулся, вопросов нет. Ну, теперь газу, газу, газу. Эх, братишка, не повезло тебе. Ну да ладно. Так, два фрага на счету есть. Какую-то даже задачу успел выполнить. Остался Минотавр, который больше всего меня смущал в виде соперника, которого можно встретить лбом. Ну и давайте все-таки заедем к нему в корму. И что-то мне кажется, что все-таки сертификатик забрать получится. Но давай. Не подкачай. 471. Ну, не... Блин, добрали его. Так хотелось третий фраг сделать. Ну, в любом случае, победа. Не вешаю себе, безусловно, медаль на шею.
не могу сказать, что это прям моя заслуга. Ребята, молодцы, классно отыграли. 2553 единицы урона, 2 уничтоженных соперника. И в разрезе моей команды это что получается у нас ради интереса? Ну, законное 3-е место. Здесь ребята, конечно, молодцы, вопросов нет, надо похвалить. И, безусловно, надо похвалить наших соперников. Соперники играли достойно, сопротивлялись, и я думаю, что они могли бы одержать победу, если бы не вот эти вот игроки, которые на последних 2 местах у них в команде, то, возможно, бой бы, безусловно, сложился как-то по-другому. Ну что, ребят, давайте будем открывать, что остается. Забираем сертификатик, и давайте будем посмотреть, что мы с этого сертификата сейчас получим. Где мой сертификат? Где мой сертификат? Выдавай мне. Я вот уверен в том, что дадут Хельсинга. Ну, это чисто предположение. Ну, а сейчас по факту посмотрим, будет компенсация 2,5 голды или нет. Дракула, слава тебе, господи, что не Хельсинг. И в целом, довольно-таки неплохо, кстати, получается. Забрать такую машину, мне кажется, что довольно неплохо, с учетом того, что нет необходимости донатить, а ивент, он реально таков, который действительно можно пройти. Да, я понимаю, что нужно немножко свободного времени, побольше, нежели обычно, но в целом, я считаю, что здесь разработчики сделали все действительно хорошо, за что им отдельная благодарочка. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока!